еще одно бандитское логово. Вот и закрасите на себе твоих мозгов! Собак! Собак!
Пита хочет с тобой пообщаться.
Привет, Уокер! Системы активируются! И вот мы на месте. Очень хочется пострелять. У тебя один. Возвращайся скорее, Уокер. Системы активируют. Ну, приехали. Включен режим ожидания. Активируется.
Еще одно бандитское логово. Джерси, небось, дважды подумал бы, прежде чем сюда лезть. Джерси погиб, так что ты лучше подумай трижды. Сперва убедись в том, что у тебя есть вся нужная снаряга и навыки, и только потом иди. Возвращайся скорее, Уокер. Yeah.
Рейнджер, скрэмблер почти готов. Выглядит отлично. Не хватает одной маленькой детали. Я послал на разведку Гула. Помнишь ту дерганую коротышку? Короче, она пропала. Боюсь, вляпалась в неприятности. Мне снова нужна твоя помощь, Рейнджер. Зайди ко мне в арсенал. Хорошо, зайду. Сегодня твой счастливый день. Я даю тебе шанс. Я внизу. Рейнджер. Так в чем проблема? Кула пропала. А без ее данных наш проект обречен. Почему? Скрэмблер нужен, чтобы обойти охранные системы правительства. Но сперва его надо откалибровать под нынешнюю систему. Я послал Кулу за нужными данными, но связь с ней прервалась. И только что мне пришло вот это сообщение. Марш, это Гула. Нашла старое логово правительства. Попробую подключиться к их каналу через здешнюю линию. Узнаем, какая у них система безопасности. Ну вот какая беда, Марш. По холмам шарят саваны. Ищут технику и возможность пострелять. Я стараюсь не высовываться. Мы засекли лазутчицу. Тащите ее в гнездо калашей. Марш! Спалилась я! Мне конец! Марш! Бессмертные саваны, известные садисты, пытают для развлечения. Нам нужны координаты логова правительства. И хорошо бы, чтобы моя лучшая шпионка выжила. Знаешь, никакие они не бессмертные. Дохнут, как полагается. Я ее вытащу. Удачи, Рейнджер. Постарайся вернуть мне эту пьянчушку живой.